Торговца поддельными водительскими удостоверениями задержали в Шымкенте. Фальшивые документы 23-летний мужчина изготавливал по сносной цене всего за 4000 тенге. На мошенника вывел один из его покупателей, пойманный ранее с липовыми правами. Операцию по задержанию проводили недалеко от управления дорожной полиции. Именно там располагался офис афериста. Впрочем, стражам порядка он заявил, что не изготавливал, а только перепродавал документы. Продавца и 17 задержанных автовладельцев ждет наказание за реализацию до 2 лет лишения свободы, а за использование фальшивых прав – до года тюрьмы. 17 фактов изъятия временных водительских удостоверений, которые вызвали сомнения, что они этот оригинал. В связи с чем на эти материалы были назначены экспертизы. По результатам экспертизы на сегодняшний день нами уже возбуждено 17 уголовных дел по факту использования поддельных временных водительских удостоверений.